Всем привет! Сегодня мы поговорим об охоте. Приближается охотничий сезон, осенне-зимний. Я думаю, будет самое время вспомнить о маскировке. Ну, в таком виде, я думаю, меня любой зверь заметит без особых проблем и убежит, ну, или съест. А в сети магазинов «Активный отдых» вы сможете найти довольно большой спектр маскировки. Ну, например, костюм леший. Костюм леший имеет расцветку как сухая трава, так и примеси зеленой травы. Что касается куртки маскировочной лешей, она довольно просто одевается, так как является фактически халатом, накидываемым поверх вашей обычной одежды. Соответственно, она универсальная по размерам. Можно использовать с различными по толщине, по утепленности одежды вплоть до нулевых температур. Говоря о маскировке, стоит особое внимание отдать скраткам. Почему именно скраткам? Видите, маскировочный эффект будет значительно спадать, если, сидя в маскировке, вы будете двигаться. На помощь нам приходит такая великолепная вещь, как скрадок. Устанавливается скрадок модели Куб довольно быстро. Раскрывается по принципу зонтика. Сейчас я продемонстрирую. А вот и все. Наш скрадок готов. Мы имеем скрадок на одного охотника. В принципе, есть варианты поставить его и для двух, но для этого нам понадобится дополнительная маскировочная сетка. Для большего удобства, чтобы вы могли длительное время сидеть в комфорте, вам понадобится стульчик тренога или вот подобный складной стульчик. Ну вот и все. С данным комплектом маскировки ожидание утки, птицы будет намного комфортней. Находясь в скрадке, вы можете шевелиться, пить, есть, то есть без особых стеснений. Еще больше моделей маскировочных костюмов и маскировочных скрадков вы можете найти на нашем сайте HFT. Подписывайтесь на наш канал.